Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксель Молли. И как видите, ребята, я вернулся с веб-камерой. Не знаю, рады ли вы меня видеть или нет, но... Не знаю, почему-то, ребята, не хотел играть с веб-камерой, но... Можно сказать, не было у меня настроения, но сейчас, ребята, решил... Почему бы и нет, можно попробовать. Если вы заскучились, конечно. А то фиг его знает. Ребят, я предлагаю сейчас, наверное, потопать куда-то в другое место. И предлагаю еще что сделать. Я, наверное, ребята... Да что ты... Извиняюсь, ребят, просто я, можно сказать, только что проснулся. Еще глаза слипаются капут. Ну как только, так более-менее. Ребят, да твою ж мать... Ребят, я предлагаю сделать то, что... Еще немного, наверное, урезать цены в магазине, так как я... Тоже так посчитал, что это, в принципе, действительно очень долго получается. И очень скучно, когда вот ты сидишь на том же острове и просто-напросто прокачиваешь покемонов. Это действительно очень долго получается. А, мне кажется, давайте-ка мы сделаем немного... Rare Candy дешевле, чтобы мы больше так прокачивали не только с помощью... С помощью того, что мы тупо сидим на острове, не знаю сколько серий. И просто так немного прокачаем, немного полетаем, немного поищем покемонов. В то же время немного их прокачаем. И потом Rare Candy запихаем, команду прокачаем, новую команду возьмем и дальше пойдем. Вот. Немного в стихах или нет, не знаю. Давайте-ка мы, ребята, возьмем, немного поменяем им... Им. Вот это, что они тут продают. Давайте не будет 10 алмазов, давайте будет 5 алмазов. Потому что это действительно дохрена как-то получается. Я так подумал, что... Да ну нафиг, это реально много. У нас же... Я, ребята, знаю, что у нас куча вот этих... Алмазов, то есть если мы все шмотки будем продавать, это, конечно, куча получится, но... Шмотки так и так когда-то да закончатся. Поэтому я так подумал, что да ну нафиг, это действительно очень много получается, если мы это каждый раз будем тратить. А знаете что, ребят, а давайте-ка мы уже сразу сделаем магазин. Чё мы тут стоять будем, чё мы будем каждый раз говорить, да ну нужно магазин сделать, нужно магазин сделать, если мы сейчас его уже в принципе сделаем, только я не знаю где. Магазин темок, ребята, нам нужно, а тут уже места даже нету. Его знает, если честно. Тут, да, пускай будет. Почему они так стоят? Я не знаю, почему они вот так их сделали, что они боком вот так стоят. Я даже не, я не могу, ребята, поменять, чтобы они смотрели на меня или вообще двигались. Я не знаю, почему это, но... Ух, твою ж, сейчас вот это все еще убирать. Ах, офигеть, сколько тут этих алмазов. А, вот это сделаем мы вот так. Это, в принципе, вот тоже вот так, чтобы это все совместить. Отлично. Тогда давайте сразу 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Сделаем магазин, ребята, темок, как мы хотели его сделать. Я не знаю, сколько тут темок нужно будет. Сейчас давайте-ка мы вот так сделаем. 4. Вот так, отлично. Это мы заберем. И это мы тоже заберем. Давайте сначала вот это мы все выкинем. Нужно посмотреть, какие темки нужно изучить, что нам, в принципе, действительно нужно. Чтобы потом каждый раз не говорить, вот нужно бы темки купить, а опять забыли сделать магазин. Поэтому, ребята, вот так мы сейчас сделаем. Это давайте-ка мы уже удалим. Мы же это забираем, точнее удаляем, а не себе берем. Поэтому... нужно удалить. Так, еще вот тут и еще вот это, и попробуем сделать. Не нужно там ставить какие-то нереально много темок, но все же самые такие главные, с помощью которых, можно сказать, мы прокачиваемся, ребята. Вопрос про орбы, то есть был вопрос, когда ты уже эволюционируешь, когда ты уже заспавнишь, точнее, легендарных покемонов, ребята. Сейчас у нас два орба есть, то есть орб для Молтреса и орб для Артикуна, да? Вот.
Орб для Забдоса, нам еще осталось 239 убийств покемонов. То есть, когда мы только заполним вот этот орб, тогда мы, ребята, наверное, сразу же и вызовем сразу трех легендарных в одной серии, ребята. А по поводу еще спрашивали, будет ли Мью там в следующей команде, будет ли там Мью в какой-то команде. Вот это, ребята, я не знаю. Честно, вот это я не знаю. Так как много людей мне писало, что сделай команду легендарных, но допустим, легендарная команда. Это Артикуна, Забдос, Молтрес, Райкваза, если найдем, Грудон и Кьогр. Кьогр, который у нас уже есть. А вот куда деться Мьюту и Мью, это, наверное, да, действительно, ребята, мы их возьмем в какие-то отдельные команды. Вот то, что я еще думаю, ребята, с Мью же мы сделаем Мьюту. А стоит ли качать еще тогда и отдельно Мью, если у нас будет Мьюту? Ну, по сути дела, стоит, и, в принципе, что и там... Хотя нет, не 10 левелов прокачать, мы же... И договаривались, но не договаривались, можно так сказать, что легендарных мы будем прокачивать не до 60 уровня, а до 100, ребята. Ну, если считать, это не один и тот же покемон, и это не его следующая эволюция, чтобы не прокачивать Мью. Это как бы два разных покемона, но один покемон сделан из другого покемона. Но, по сути дела, это два разных покемона. Это не... Мьюту же не эволюция Мью. Поэтому я думаю, что, наверное, мы будем и Мью прокачивать, и Мьюту. Но посмотрим, ребята. Так, главное, орб у нас тут есть, и отлично. Так, темки. Какие бы нам взять? Ну, давайте айпербим возьмем. Будем сейчас, ребята, айсбим возьмем. Будем сейчас, ребята, смотреть. А Blizzard... Точно. Сейчас, я, ребята, я не буду изучать, просто нужно посмотреть, какие темки хорошие, какие нет. Чтобы их изучать. Blizzard. Да, офигенная, но только тебе она нафиг не нужна. Так, дальше что у нас там идет? Хайл, это не нужно. Ice Beam. Таунт. Таунт еще может посмотреть. Sunny Day. Это, ребята, все сейчас быстренько нужно сделать, чтобы оно было, чтобы потом к этому и не возвращаться. Поставим, оно у нас там будет, и все. А, нет, Тандер давайте-ка мы возьмем тоже. Тандер, и это давайте мы возьмем. Шадоубол давайте возьмем. Вот это давайте возьмем. Флэмтроуэр. Аттракт не нужно нам. Рест тоже не нужно. Зачем, ребята, это все брать, если мы покемонов и так убиваем с одного, с двух ударов? Это, мне кажется, большой роли вообще не играет. То есть... Зачем вообще брать вот эти атаки, если мы просто прокачиваемся на других покемонов? И это, если честно, какой-то большой разницы не очень играет, мне так кажется. Charge Beam давайте посмотрим еще. Так, давайте посмотрим Charge Beam. Чё он там, нормальный? Нет, тогда не нужно. Так, давайте уже сразу, ребята, запихаем вот это. Нет, вот сюда. Сразу. Сколько тут? Ну да ладно, давайте-ка мы сначала вот так это все поставим. И посмотрим. Shadow Ball, нет, опять не сюда. Flamethrower, Energy Ball, Blizzard. И Таунт я еще хотел посмотреть, что это такое. Нормально ли это атака или нет. Ну, такие, ребята, нам атаки не нужны. Нам нужно тупо урон, да и все. Тут я не вижу смысла даже кидать на тех же покемонов. Там конфузы, вот эти все, пропуск хода, и чтобы потом сильнее быть. Это, ребята, тут нету смысла, потому что тут мы приходим на остров, с одного удара каждого покемона убиваем. Зачем на них еще кидать кучу всяких ослаблялок, атаки вот того всего, если мы их можем просто вот так убить. То есть это такое. Давайте вот это еще посмотрим. Акробатикс, эмбарго. Эмбарго еще давайте посмотрим.
Old Switch давайте еще посмотрим. Это, ребята, такая серия, то есть нужно подготовиться, да, чтобы... Explosion. Чтобы потом тупо-напросто к этому не возвращаться. Thunder Wave нам не нужен. Сделать это, да и все, чтобы оно было. И Swaggin нам тоже, в принципе, не нужен. Dream Eater. Вот это бы пошло. Так, сейчас давайте-ка мы вот это возьмем. Тут что еще мы сможем взять? О! Да, случайно выкинул. Ну ладно, сейчас. Сейчас поднимем. Waterfall давайте возьмем. Whirlpool, это я только посмотреть хочу, нормально ли это так или нет. Sleep что-то. А какой там. Dream Eater. Телекинез. Я не помню, какая атака. Ну ладно, потом посмотрим. Так. О, это Зорарк. Зорарк тут танцует. А я думаю, кто это тут? Так, Skydrop. Давайте посмотрим, что это. А, ну да, нельзя. Это же не ту взял. Это же для летающих. Да, и в принципе, да, можно поставить. Пускай оно будет. Waterfall. Это, в принципе, тоже пускай будет. Я не изучаю их, то есть не говорите, что я читерю, я не изучаю их, я просто, ребята, смотрю. Нормальные ли это атаки? Это нет. Нам не нужны такие. Dragon Tail, Dream Eater. В принципе, Dream Eater пока что нам тоже не нужен, потом, если что, добавим. Что я хотел? Какая там еще атака, которую я хотел посмотреть? А, точно, на Зорарка. А, я не могу... Не вот это, а вот это. Так, ладно, это нам тогда тоже не нужно. Отлично, ребята, сейчас мы это все добавим и потопаем прокачиваться. А World Switch я еще не посмотрел. Да чё ты, где? Вот он. Бам-бам-бам. Ну такое, то есть не думаю, что нам нужно. Лишняя атака, можно и так сказать. Waterfall. Отлично. Еще 10 алмазиков возьмем. И наш магазин темок, ребята. Готовый. Можем мы уже покупать себе темки. И можем уже... Еще проще прокачивать наших покемонов. Вот, отлично. Что я еще хотел посмотреть, ребята? Можно ли вот это продавать? Можно, ага. А вот это можно продавать? Black. Нет, нельзя. Просто там новые вот эти шапочки есть, которые у нас есть. И вот это нужно поставить, чтобы можно было продавать. Это тоже... И это тоже я там где-то видел. Сейчас, ребята, сделаем мы сейчас магазины все, чтобы у нас были. Вот это еще я видел. Очки там одна штучка у нас есть, это такое. А зачем я тогда вот то убрал, если сейчас мне нужно будет вот это все изучать, ставить в магазин. Так, где он? Вот он. И еще парочку алмазов, сколько нам там? 4, 8... 10. Ну давайте возьмем. Я не знаю, просто это редкие вещи, то есть по одному алмазу их продавать это как-то не очень. То, что у нас их пару штучек есть, и они не скажу, что очень такие очень быстро выпадают. Давайте так сделаем. Тут, в принципе, тоже по 2 сделаем. Они не очень часто выпадают. Это тоже по 2 давайте сделаем. Это тоже по 2. Это тоже. Там еще давайте парочку сделаем. Потому что там есть такие вещи, которые у нас... Ну, как бы не у нас, а вообще не очень часто выпадают. А даже они у нас стоят по одному алмазу. Но тут более-менее так. Ладно. Так, сейчас давайте это выкинем. И все, ребята, наш магазинчик готов. Мне так кажется, больше нам ничего изменять не нужно. Все мы сделали. Сейчас можно дальше отправляться на прокачку.
А вот тут я еще хотел посмотреть. Ну давайте, раз мы уже тут, давайте-ка мы вот это все продадим. Вот тут. Ну, я не знаю, может у нас там парочку алмазов получится. Тут вот это мы еще сможем продать. И все. Ну, 7 алмазов, допустим. Так. Яблочки. Яблочки, яблочки, яблочки. 19 яблочек. Действительно нужно купить себе яблочек. Вот они. А, да нет, нет, нам нужно 20, а у нас одного яблочка не хватает. Охренеть, сейчас его еще за одного яблока нам нужно будет 100 орлаксов пихать, добывать. Эх, ну ладно. Так, это сюда. Пойдем, ребята, за одним яблоком искать его. Так. Так. Это сюда. Ты чё, дурак? Чё за хрень? Это чё такое? Это что-то новенькое. Ладно, ребята, сейчас перезайду, потому что это хрень не очень. Так, ребята, сейчас посмотрим, что это было. Ничего. Или что-то тут изменилось, или вернулось. Вот, отлично. Я не знаю, что это за хрень была. Сейчас еще секундочку. Что-то залагало после настройки НПС. И все. Так, ну... Да, ребята, давайте мы потопаем. Я не знаю. О, куда мы потопаем? Вот сюда мы потопаем, точнее полетим давайте. Там тоже куча покемонов, у нас ультраболов более-менее. Левелболов, даскболов есть, то есть даже ночью можно будет половить. Можно туда, в принципе, действительно потопать и посмотреть, что там будет, половить немного вот тех покемонов. А, хотя мы же туда не можем. У нас Арчен не прокачанный. У нас Арчен не прокачанный. А ты случайно... Хотя нет, нет смысла его уже сейчас эволюционировать. Давайте тпхнемся, что делать? Какая тут? Минус 1680, 1200, допустим. Минус 1680, 75, 1200. Вот. Отлично. Кого у нас тут нету? О, нифига себе. Спрятаны. Хотели спрятать, зараза. Они спрятали. Так, ты, поросеночек, иди сюда. Покебол. Залазь в покебол. 24 уровень. Обычный покебол. Чё там? Чё там думать? Чё, реально залез. Я по приколу, а он реально, ну ладно. Ладно, ладно. Так, опять там Сил, смотрю, ребята, нету ли еще кого-то. Флаффи нам точно не нужен. У нас же вроде первый электрический, это Амфорос был, Амфорос. А Флаффи нам точно не нужно. Ну смотрим по сторонам, кто тут еще, это кто там? Это опять поросеночек тот. Ну, я, в общем, поразёночек, я, конечно, прикалываюсь, ну, да ладно, Гроули. О, вот тебя у нас тоже еще нету. Залазь в ультрабол, Магнимайт. Тебе вроде... Ух, я забыл, как он эволюционирует. Вроде одна эволюция идет обычной... О, и он залез, нифига себе. Вроде одна эволюция идет обычно, ребята, поправьте, если я ошибаюсь, но я что-то такое помню... Вот сейчас одна эволюция обычно, а потом следующее нужно его будет прокачать на вот этой горе в этом биоме. То есть где-то на горе дать ему конфеточку, и он прокачается. Я вроде вот так помню, что он эволюционировал. Не знаю, ну я не думаю, что что-то изменилось. Побежали дальше. Кто тут еще может быть? Сил, я не помню, есть ли у нас сил. Я что-то помню, мы его пытались ловить, но я не помню, словили ли мы его. Фиг его знает.
О, это что такое? Я не в курсе, ребята. Я первый раз такую хрень вижу. Это что, алтарь? Алтарюшечка наш любимый. Ребят, я первый раз вижу. Я вам честно говорю. Я еще никогда алтари не находил. Алтарюшечка, алтарюшечка. Офигеть. Я такой смотрю, ни хрена себе, что за построечка. Офигеть, я еще не находил алтари. Так, нужно тут тогда... О, даже на карте, видите, так. Мог бы заметить. А что еще где-то тут есть? Где спавнятся другие алтари, чтобы их просто не покупать? Да, жадина, не покупаешь алтари, да. Чтобы их не покупать, а просто найти. Вот для Артикуна он... В зимнем биоме мы его нашли, офигеть. Для кого еще там есть? Для Молтреса? Где для Молтреса? В горах, наверное. То есть, в предыдущих версиях он же вроде в горах спавнился. А для Забдуса он же спавнился в Forest Hills, то есть в лесу. Алтарь должен быть. Наверное, наверное. Но зато, ребята, мы еще один алтарчик нашли. Вот он. Вот он так, это что у нас? Это у нас дом. Так. Отлично. Еще один алтарь, офигеть. Офигеть. Воу. Валим отсюда. Отлично, нашли еще один алтарь. Точнее, еще один. Вообще нашли алтарь. Это я первый раз нахожу алтарь. Это вообще офигенно. Так. Сейчас нужно другие алтари искать, чтобы их не покупать, да? А чтобы найти. Офигеть. Так. О. У нас есть сил. Нет у нас сила. Лео. Нет. Тебя мы пока что ловить не будем. Пока что. О, нифига себе, с него даже рыбочка падает. А кто тут еще может быть? Я сильно не помню. Джинкс, точно, Джинкс тут может быть. Я что-то вообще охренеть, тех покемонов, то есть того же, ту же Джинкс, Мистер Майма, я что-то так давно не видел, что это капут. Я не помню, я уже к сезона, хотя нет, он же, они уже у нас вроде в каждом сезоне были, но сама суть, что я их реально давно не видел. Давайте туда побежим, фиг его знает. Может, еще что-то найдем. Ну, ребята... О, Эмпулеон там, да? Свайнук нам не нужен. Сама суть, ребята, то, что... Нашли алтарь, и это офигенно, то есть... Офигеть, я еще реально никогда не находил. И это классно, мне так кажется. Так. Сейчас мы еще и Арчина прокачаем немного. Как раз вот тут. В этом биоме. Еще себе и рыбочки. Нахреначим. 10 рыбы у нас уже есть. Нафигачим себе рыбку. На Эмпулеонах. Так, еще раз. Офигеть, с него и алюминиум падает, с него и железо падает. Чё только с него не падает. Диглет? Нет, свайну. Ладно, ошибся. Ошибся, вот это... А, нет, хотел сказать. А вот это в ночи светится, да? Ага, посветилось. Свайнуп у нас вроде тоже есть, да? Не свайну, а попил свайн. Чтобы у него Ancient Power был, чтобы он прокачался. Давайте, я не знаю, Тортера. Хотя... Нет, не Тортера. Фиг его знает. Во. 1, 2, 3 алмазика, если это продавать. Лед даже выпал. Так, давайте поедим, ребят. А, вот тут уже пропал. Тут уже пропал боссик. О, еще один. Давайте еще одного Эмпулеона. Это что, еще один нет, не еще один. Это походу просто тот же. Так. Офигеть. Ребята.
мы сэкономили 150 алмазов. Нет, не 150, вру. 128 алмазов. Это дохрена, ребята. 128 алмазов, это один алтарь. То есть один алтарь нам сейчас уже покупать не нужно, потому что он у нас есть, и мы сможем купить другой алтарь. Так, не тебя, а Эмпулеона давай. Отлично. И тебя, 40-й уровень, уровень. О, это кто? О, сил, вот как раз сейчас мы посмотрим. Есть у нас сил. Это с кого? Это с кого выпал? Не помню, ну да ладно. Сейчас мы, ребяточки, вот этих поубиваем. Нам выпадет... У нас уже и так до хрена. Сколько у нас рыбы? 22 рыбы. То есть похавать почему бы и нет, да? Давайте, ребята, уже, наверное, домой идем. То есть нормально. Алтарь нашли, это уже охрененно, согласитесь. И идем домой. Я, ребята, предлагаю в следующей серии, если мы уже нашли алтарь, напишите, где спавнятся другие алтари, чтобы я потом знал и чтобы можно было потом поискать, вдруг, да, найдем. Я, наверное, ребята, предлагаю сейчас поискать места, чтобы у нас были открыты все места, которые только могут быть. То есть нам нужно еще найти Sunflower Plains, чтобы, ну, там Райкваза заспавнилась, она же там спавнится. А оно вроде где-то в море, я помню, видел, или, в принципе, не только в море, а может где-то на равнинах, но это нужно потом будет поискать. Нам нужно еще, знаете что, ребята, будет найти? Что нам еще нужно будет найти? Да, в принципе, все, и глиняный биом, но вот это, охренеть, у нас, мы уже, в принципе, ребята, даже нашли вот этот грибной биом, где он, вот он. А глиняный еще даже не нашли. Ну да ладно, там вроде тот же багон есть, да, мне писали, то есть тот же Соломенц, да. Ну ладно, это мы потом посмотрим. Давайте, ребята, на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ребята, не забываем, чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.